Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать вам о снегоуборочном отвале для мотоблока и покажу несколько переходников для его крепления. Он идет на 80 сантиметров. Крепится на два шплинта. Они идут в комплекте. Вот они. Далее мы видим переходник для крепления на переднюю часть мотоблока. Болт фиксации, регулировка по высоте, шплинт, который крепит всю конструкцию к выходу на мотоблоке. Если к вашему аппарату в комплект он не шел, это не проблема, вы можете приобрести его отдельно. Вот так он выглядит. Крепится двумя болтами. Опять-таки, не у всех мотоблоков есть возможность его установить. А вот благодаря этому переходнику у вас будет возможность установить отвал сзади. Да, кстати, забыл сказать, отвал не только прямо будет смотреть, его можно будет развернуть в левую сторону или в правую. Если отвал у вас будет находиться сзади, вам придется развернуть руль и двигаться вперед уже на задней передаче. А теперь давайте заведем и попробуем расчистить снег. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок!